И нашим сегодняшним победителем станет... Gonna ride with my girls, there's no telling where we'd land. Going hard, moving fast, try and catch us if you can. Throwing cups in the air, there's a party over here. We don't stop, we don't stop, gotta have it if we want. If they wanna turn it down, we gotta live it up. Sky is the limit, like, oh, oh, oh. Do what we wanna do, nobody stop. Hello, everybody. Наконец, уже пришло время выбирать победителя моего конкурса, который длился с 5.11 и сейчас 16.11 уже вечер. В моем конкурсе приняло участие больше 30 человек. Вы написали мне столько приятных комментариев, это просто вам очень благодарна. К сожалению, где-то 2 участника я не приняла в конкурс, потому что вы не выполнили самое главное условие, которое звучало, например, вы должны написать, благодаря чему вам нравится мой канал, какие видео мои вам больше всего нравятся. Да, потому что вы просто написали «я участвую» и все. Не написали, почему вы смотрите мой канал и так далее. И хочу вам сказать одну радостную новость, что даже если вы не выиграете этот конкурс, все равно каждый из вас получит по 1 лайку на видео от меня. Надеюсь, что это будет как будто как поощрительный приз. И еще, я буду проводить очень много конкурсов на моем канале, просто обещаю, когда у меня будет где-то 300, может 350 подписчиков, будет еще один конкурс, или может даже раньше, как-то внезапно устрою конкурс. То есть конкурсы обязательно будут, и не расстраивайтесь, если вы проиграли этот конкурс. И сейчас я скажу вам самую главную вещь именно для победителей. Во-первых, если вы живете в другом городе, то приз оплачиваю я. То есть в прошлом видео говорил, что вы оплачиваете доставку, а ведь говорю, что я. И сейчас я скажу вам самую главную вещь именно для победителей. Во-первых, если вы живете в другом городе, то приз оплачиваю я. То есть в прошлом видео говорил, что вы оплачиваете доставку, а ведь говорю, что я. И второе, самое главное, это то, что в комментариях под видео все победители должны будут написать, из какого вы города, из какой страны. Допустим, я из Украины пишу «Украина, Киев», допустим, «Россия, Москва» и так далее. Затем вы должны написать ваши социальные сети, то есть где вы есть. Допустим, я из ВКонтакте скидываю ссылочку на ВКонтакте, если я в Скайпе пишу свой ник в Скайпе, чтобы я нашла вас, и тогда могла с вами связаться и так далее. Если вы не боитесь, я понимаю, что в основном все боятся написать свой адрес, на который я могу отправить приз, то напишите, конечно, если вас нет в социальных сетях. Но это не обязательно мне написать адрес, а все остальное обязательно. Да, если вы не выполните это условие, то, к сожалению, я буду перевыбирать победителя, потому что как я могу отправить приз призраку? Итак, все, кроме первого места, буду выбирать я с помощью специального приложения на телефон, а именно первое место я выбирала сама. Итак, победителем за первое место стала Crazy Girl! Поздравляю! И Crazy Girl мне написала такой, как по мне, самый креативный комментарий. Вначале он обычный, а в конце интересный. Поздравляю тебя с 100 подписчиками. Ты этого достойна. Я обожаю твой канал, смотрю его с самого начала. Все твои видео очень хорошо и профессионально обработаны. Они всем мне нравятся. Ну а если выделять, мне нравится твои видео покупка. У тебя очень тонкий вкус и стиль. Замечаний нет, хотя есть одно. Ты слишком хороша. Спасибо. Спасибо тебе просто огромнейшее. Мне вот это, особенно последние две фразы, просто меня покорили, даже не знаю, как описать. И именно поэтому ты стала победителем этого конкурса. В комментариях под видео напиши свои координаты, то есть то, что я говорила в начале видео. Обязательно. Иначе я буду перебирать человека на первое место, то есть буду искать другого победителя. И самое главное, это то, что подарок ты от меня получаешь. Вот такое масло для губ с макадамским орехом и ванилью. Безумно приятно пахнет макадамским орехом и ванилью. У меня самой такое маслице есть, я его просто обожаю. Надеюсь, что оно тебе тоже понравится. Выбирать победителей за 2, 3, 4 место я буду с помощью вот этого сайта Lisa On Air, чтобы было все честно, и все я буду делать именно при вас. И...
Итак, второе место у нас выиграла Софи Мономур. И наше второе место у нас сегодня выиграла Софи Мономур. Она мне написала вот такой комментарий. Саша, привет, я участвую в этом замечательном конкурсе. Хочу пожелать тебе в дальнейшем успехов в твоих веселых видео. Твои видео мне дают какую-то вдохновляющую нотку. Твои видео просто потрясающие, потому что мне кажется, ты очень стараешься и вкладываешь монтаж и съемку всю душу. У тебя очень хороший, и там стоит многоточие, ну, потому что это все-таки программа так определила. Там просто можете почитать сами, кто хочет комментарий там до конца. Поздравляю тебя со вторым местом, спасибо за такой очень приятный комментарий. Ты у меня выиграл вот такой кремушек от Nivea Soft, интенсивный увлажняющий крем. Если ты хочешь его получить, то в комментариях под этим видео напиши, как я могу с тобой связаться, ссылочку на твою страничку ВКонтакте, Skype, куда угодно. Опять же, я о правилах рассказывала в этом видео немножко раньше, можешь перемотать, еще раз посмотреть. И да, еще раз тебя поздравляю и поехали к третьему и четвертому месту. Итак, я сейчас сюда ввожу ссылочку на видео и нажимаю «Мне повезет». Идет обработка, она может быть немножко длинная, вот так вот камеру сделаю выше, чтобы обработка пошла, чтобы все было честно и при вас. Итак, выиграла третье место у нас Варвара Щурина. Поздравляю тебя! Варвара мне написала: ты милая, даришь позитив, даришь любовь к своим зрителям. Ты очень милая, общительная блогерша, простите. Умеешь общаться в разных социальных сетях, знаю на своем опыте. И желаю в продвижении твоего канала удачи. Спасибо тебе огромное. И за третье место ты у меня выигрываешь вот такой крем-гель для душа с шоколадными конфетками и ванилью. Он безумно приятно пахнет конфетками, шоколадиками какими-то и ванилькой. Надеюсь, что он тебе понравится. В комментариях под видео напиши ссылку на свои социальные сети и так далее. Итак, сейчас мы будем выбирать победителя за четвертое место. Нажимаю «Мне повезет», идет обработка. Давай быстрее. Итак, за четвертое место у меня выиграла Вероника Кочеткова. Мне нравится твое видео тем, что ты в них милая, красивенькая, немножко смешная. Она мне дала еще один комментарий, это просто высветился, ну, немножко другой, там было еще больше теплых и приятных слов. Я поздравляю тебя, Вероника. Я вам сейчас зачитаю второй комментарий. Привет, Сашечка, я рада, что у тебя уже 100 подписчиков. Тебе и твоему каналу хочу пожелать больше просмотров, пальчика вверх и подписчиков. Замечаний нет, мне нравятся все твои видео, но больше всего про Хэллоуин. Видео ты доброе, красивое, позитивное. Я участвую, много сердечек. Вот. Спасибо тебе огромное. Ты заняла 4-е место, выиграла у меня 2 лака. Я просто обожаю цвет морской волны. Там мой есть похожий лак. Первый цвета морской волны в 116. Там оттеночки оба от La Mer Professional. И второй в 24-м оттеночке. Вот такой вот синенький, все в синей гамме. И также мои победители получат письмо лично от меня. Возможно, какие-то маленькие бумажки, всякие стикеры и так далее. Надеюсь, что мы с вами будем переписываться именно не только в социальных сетях, но еще и в жизни, то есть написать настоящие письма. Допустим, вот я вам сейчас, когда буду делать подарки, я вам напишу письмо, какие-то стикеры, ну, вам отошлю и так далее. Итак, в принципе, это было все видео на сегодня. Победители, не забывайте выполнить то, что я просила в начале этого видео. А тот, кто проиграл, не расстраивайтесь, будет еще очень-очень много конкурсов. Обещаю, честно, обещаю.